В парке «Ривьера» теперь все напоминает о предстоящем мировом футбольном событии 2018 года. У входа играют с мячом трехметровые футболисты, а внутри парка есть даже указатели в направлении тех стран, где уже проводились в разные года чемпионаты мира по футболу. Я горжусь своим городом, я горжусь тем, что у нас пройдет чемпионат по футболу, и, безусловно, я буду фотографировать всех. А новым объектом для фотосессии станет скульптурная композиция «Дельфины и мяч». Ее открывали в торжественной обстановке, а ленточку доверили перерезать начинающим футболистам Сочи. Затем сделали первую общую фотографию на память. В июне месяце будет замечательный этот праздник. Мы очень рады этому. И очередной раз город превратится действительно в город-праздник футбола. Футбол любят во всем мире и, конечно, любят его и в Сочи. В парке «Ривьера» всегда много отдыхающих. Туристы Санкт-Петербурга собираются в июне 18-го вновь приехать в Сочи, быть волонтером серебряного возраста на чемпионате мира по футболу. Это опять статус города Сочи, и в том числе спортивный, в том числе то, что мы в очередной раз привлекаем сюда уже не политически, а чисто спортивно столько стран. Очень здорово, что у нас появилась еще одна столица. Спортивная столица. Скульптор-художник Яков Матусовский соединил морскую тематику с предстоящим мундиалем. Получился подарок ко дню города. Два черноморских афалина с огромным футбольным мячом. Дельфины-футболисты будут встречать прославленных спортсменов со всего мира и их болельщиков. А ночная «Ривьера» вся в ярких футбольных мячах-светильниках каждый вечер будет напоминать о предстоящем мировом футбольном первенстве, до которого осталось чуть больше полгода. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.